боевых искусствах и особенно о муай-тай или тайском боксе, если для вас это вдруг важно. И сегодня мы поговорим об одной из самых интересных тем в тайском боксе, об ударах коленями. Несмотря на то, что человеческое колено считается довольно хрупким, и у многих людей часто возникают проблемы с коленями, согнутое колено является довольно прочной и жесткой конструкцией, а ударная часть имеет достаточно проникающую острую поверхность, что делает удар коленом действительно серьезным оружием в вашем арсенале. Сегодня тренера кэмпа Чан Май Муай-тай покажут нам несколько крутых ударов коленями из современной школы тайского бокса и кое-что из старых классических движений из муай-баран. И не забудьте подписаться на мой канал. Я выпускаю видео не по расписанию и не по датам. И чтобы ничего не пропустить, следует подписаться и нажать на колокольчик. Большое спасибо. Итак, начинаем. Колено на тайском произносится как хао, а в некоторых регионах как ко. И первый базовый удар коленом – хао тронг, что означает прямое колено или же прямой удар коленом. Следующий удар – Као Чьянг, что означает диагональный удар коленом. Далее идет Као Дот, что дословно можно перевести как шлепок коленом. Чаще всего используется в клинче. Следующий удар – Као Йон, что дословно можно перевести как «колено-бомба». Этот удар действительно похож на взрыв. Он является чем-то средним между летящим коленом и прямым ударом коленом. Далее идет каолой, или летящее колено. Многие также его называют удар коленом в прыжке. Особо эффективно смотрится, если делать его прямо с пола. Хотя на ринге сделать это, конечно, будет очень и очень трудно. Ну и многие любят акробатику и муай-баран. И последний удар в этой серии – Као Еп, что переводится как «удар шагом». А шаг мы делаем прямо на противника. Thank you.
ครับที่นี่เชียงใหม่มวยไทยยิมนะครับผมภูวินะครับสวัสดีครับที่นี่เชียงใหม่มวยไทยยิมผมภูฟาร์มครับ